Верить в Бога или нет, тут решать каждому, но нельзя не отрицать следующего факта. Сегодня в Хабаровск пожаловал сам Велес. В древнерусском языческом пантеоне это божество, бог скота или скотий бог, как его называли. Не в такт это была передача. Помин. Мусола! Гол! Нет положения вне игры! И Денис Фомин как же нашел Мусалова! Мусалов все сам отдавал в этом сезоне. И тут нате! Позже, да? Об этом, потому что атакует СКА. Бабин! Как он пульнул-то, а? С правой ноги. Поиграл в премьер-лиге в составе Урала. Нарушение правил. И что, пенальти? Нет, не в этот раз. Все-таки Илья Петров на уверенных движениях. Джамалетдинов, хорошая передача, падения. И что? И пенальти. Вот Петров. Но нет, как такой мяч взять? Петров бьет на все случаи жизни, на любой вкус. Стародуб, пас в центр. Удар и гол! Ну что за великие комбинаторы? Саид Алиев делает счет 4-0. Джамалетдинов входит в штрафную. Есть момент для удара. Бьет Джамалетдинов. Гол! 5-0! Велес размазан. Гилоян. Шарль. Удар и гол! 6-0. Боже ты мой! Остановите кто-нибудь эту красную машину. Финальный свисток. 6-0.